Если кто-то очень внимательный скажет, почему это Паша сидит на месте боди, я поменялся стулья местами, и Паша не знал, куда сидит. Моя квартира, куда хочу, туда и сажусь. Вика Костенко спрашивает, что ты делаешь, когда тебе скучно, Сань? Пишу странные видосы. Хочешь верь, хочешь не верь, я понимаю, нет никакого этого видео подтверждения, но вот подумай, может есть видео подтверждение. Вот так я провожу время. Так, ему понравилась шутка. Вот вы и увидели, как Паша смеется. Карина Дегтяренко. Паша, ты готов стать отцом вашего ребенка с Оксаной? Конечно, готов. Я думаю, я буду хорошим отцом. Ты по-настоящему живешь с Оксаной? Поляк какой-то. Катя Мажу. Поляшка, Коль, может. Да, по-настоящему, а как еще? Понарошку. Ну, понарошку-то мы в детстве. А сейчас по-настоящему. С Оксаной в детстве я не понарошку, а сейчас по-настоящему. Шутка. Вопрос от Софии Савостьяненко. Прошу. Саша, чему тебе так не везе с девчатами? София, набери мой простой телефон. Судя по фотографии, мало лет, Саша. Поэтому и не везет, видишь? Как только телефон даешь, сразу какие-то камни преткновения, как сказал бы Боди. Вот так. Ну, не знаю, как-то так у меня в жизни все сложилось. Мне хорошо в каких-то моментах. Зато, когда везет, то везет по полной. Боже мой, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Если у тебя была такая возможность, что бы ты изменил или делал в этот сериал, чтобы он стал лучше? Я не знаю, честно. Ну, вам нравится, мне нравится. Ну, и может быть добавил, я не знаю, какого-то бы экшена. Я серьезно? Да, ночного. О, а так не знаю. Экшена ночного. Не хватает, чтобы Пашу фонарем вызывал. Не, ну было бы клево. Все, я читаю еще один вопрос. Я собрался, я очень серьезный человек. Так. Как ты думаешь, ребенок Оксаны от тебя? Это я читал. Куча этих Оксаны, а ребенка от тебя. Так, Павел, ты очень хороший молодой человек. Я за вас, Ксюшей, очень болею. А ну подожди, подожди. Юля Донец спрашивает. Хотел бы ты стать котиком, ну или другим животным? Как будто порадовался. Давай отвечай, давай отвечай. Паш, да хотел ты стать котиком. Ну, ты, страшного. Сань, ты. Да ну я нет, не хотел. А каким другим животным? Что тебе так это интересно? Да это не мне, это Юля Донец спрашивает. Ты как будто создал левый аккаунт и написал. Нет, ну здесь и вопрос. Ну здесь вопрос. Есть вопрос, смотри. Ага. О. А другим животным я не ставлю. Странный вопрос. Какой я есть? Не думал. Какой есть? Паша его долго придумывал, и этот аккаунт долго делал. Короче, он не хочет отвечать на вопрос или не может. Вот и все. Унизил, доминировал. Ты скучаешь за Елисеем? Ту-ту-ту. Ну, да, нет? Ну, конечно, да. Ну, да, вот это проблема. Ну, да, да, ну, на самом деле, ну, так это глупый вопрос, на самом деле. На самом-то деле. Скучаешь ли ты за своим братом? Ну да, скучаю за своим братом. Вы бы хотели увидеть своего брата? Да, я хотел бы увидеть своего брата. Ну, тогда почаще. Был все-таки ночной экшен, которого Паше сейчас так не хватает. Он кричал до ночи. Да, да, не только. Не только. Ну это уже совсем другая история. Все, спасибо вам за вопросы. Мы сколько смогли, столько прочитали сейчас. Просто Бодя на самом деле сейчас ушел на фотосессию, и мы снимаем на его фотоаппарат. В общем, сейчас реально время заканчивать это. Все? Да, камера не очень, времени мало, памяти тоже, поэтому... Собраны сумки, диплом в кармане.